Всем привет! Начался пост, и в это время самое сложное – придумать, что же такого приготовить. И вам предлагаю приготовить постные котлетки. Итак, поехали! Для приготовления котлеток нам понадобится непосредственно греча, я ее уже творил, картофель, лук, соль, перец, масло растительное. Начинаем. Берем пол луковицы, нарезаем мелким кубиком. Лук отправляем в сковороду обжариться. Затем берем терку и картофель и натираем. Пока мы терли картофель, у нас уже обжарился лук. Отправляем его к картофелю. Сюда же добавляем гречку. Добавляем соль. И приправу. У меня тут для картофеля. Все тщательно перемешиваем. Тщательно перемешали и делаем котлетки кругленькой формы. И отправляем на сковороду. Пока жарятся котлетки, приготовим для них соус. Для этого нам понадобится лук, грибы, которые сам собирал, масло растительное, мука. Начинаем с лука, нарезаем. Отправляем лук сразу в сковороду. Прошла буквально минута, и отправляем грибы. Лук с грибами уже обжарился, добавляем муку. Пол ложечки. И затем воду. Добавляем универсальные приправки. Перемешаем. И на мелком огне оставляем примерно на 5 минут. Настало время дегустации. Надо обязательно с соусом пробовать. У нас получились нежные, сочные, постные, самое главное, и очень вкусные котлетки. Пробуйте, готовьте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!